Сочи Россельхозцентр выпустил неделю назад информационный листок о том, какие сорта высеваются в наибольшем количестве по объему семян. И из 10 позиций 7 заняли сорта краснодарской селекции. Как это можно объяснить? Ну, это можно объяснить, что нашему институту уже без малого 110 лет. И все эти годы он неуклонно наращивал работу, неуклонно наращивал, интенсифицировал селекцию. И поэтому мы сейчас сохранили все наработки Советского Союза, у нас сохранился фитотрон. Мы используем все новейшие технологии, работаем по огромному количеству направлений и культуры. У нас и селекция озимой мягкой пшеницы, и двуручек, и озимой твердой, и яровой твердой, и тритикали, и полба, и спельта, и пшеница однозернянка. Поэтому ежегодно мы создаем более 20 новых сортов для абсолютно разных условий. И имея, как говорится, еще раз повторяю, фитотрон, где камера искусственного климата, мы можем моделировать любые условия перезимовки. Вот всю зиму сейчас мы даже в самую теплую зиму промораживаем ящики. И на сегодняшний день создаем сорта, которые имеют морозостойкость, позволяющую сеять по всей территории России. Поэтому на сегодняшний день, как говорится, наши сорта, наши селекции занимают уже практически более половины площади озимого клина в пшенице в России, и, соответственно, мы рассчитывали около 10% вообще мирового производства зерна, потому что также сорта сеются и в Средней Азии, как бы не хотели там говорить, и на Украине сеются, и в других странах, поэтому огромную роль имеет, как говорится, селекция краснодарская в мировом производстве зерна. Поэтому это все традиции и неустанная работа многих-многих поколений селекционеров и преемственность, естественно. На втором месте относительно молодой сорт «Алексеевич». По-моему, в 2017 году это был «Райнер». Вот. Но в то же время в этих 10 топах есть старые сорта. «Таня», «Юка», «Безостая 100», «Гром». «Безостая 100» не старый сорт. Хорошо. Ну, их становится, объемы высева этих сортов чуть-чуть уменьшаются. Чем это объяснить? Ну, значит, никто не может предсказать судьбу сорта. Каждый селекционер надеется, что он будет самый лучший, будет занимать максимальные площади, но только производственники решают, будет им нравиться, будет они его сеять или не будут. Поэтому мы создаем все самое лучшее, и в производстве у каждого сорта судьба своя. Некоторые сорта мы уже, как говорится, хотим им найти замену, но они сопротивляются и держатся в производстве из-за любви агрономов, которые из года в год получают стабильный урожай высокого качества. Поэтому мы не стремимся, чтобы сорта занимали миллионы гектаров, потому что нет таких понятий, как универсальный сорт, который может сеяться везде. Поэтому мы специально создали сортовую мозаику и пытаемся создать сорта для всех ниш, для всех условий, чтобы даже в каждом небольшом хозяйстве было 5, 6, 7 сортов, это стабилизирует производство. И поэтому даже когда сорт занимает огромные площади, мы немножко расстраиваемся, потому что это является и трагедией сорта. Когда сорт занимает большие площади, на нем начинается проводиться селекция патогена, появляются болезни, которые начинают его поражать. Поэтому чем сорт быстрее, как говорится, разгорается, чем сильнее он занимает огромные площади, тем есть риск того, что появится новая болезнь, и потом он также, как говорится, резко снизит свои посевы, площади своих посевов. Поэтому мы стараемся создать много сортов, чтобы они занимали каждую свою нишу. Ну а то, что они занимают большие площади, это, как говорится, выбор производственников, никто их не заставляет, они сами выбирают из селекции разных, как говорится, разных институтов. И мы рады, что выбирают больше наши сорта. Имели Тимирязевка 150 и Еланчик. Еланчик впервые вошел в топ-10. Чем это объяснить можно? Ну, был дефицит скороспелых сортов, а Еланчик отличается тем, что помимо того, что он скороспелый, он еще очень морозостойкий. Обычно скороспелые сорта очень начинают быстро отрастать и сильнее повреждаются заморозками, морозами поздними. А этот сорт и устойчив к морозам, к заморозкам, и при этом как скороспелый уходит от засухи. При этом он еще и качественный, еще и крупнозерный, и хорошо восстанавливается, как говорится, весной, после, если даже есть морозобой. Поэтому производственники его полюбили, особенно после 2020 года, когда было суровое очень условие перезимовки, увидели, как он хорошо восстанавливается, что может давать очень высокие урожаи, уходит от засухи. Поэтому сейчас мы рады, что действительно даже возникает дефицит этого сорта. Заявок поступает в 2-3 раза больше, чем мы производим семян. Поэтому если бы мы удовлетворили все заявки, которые сейчас поступают на этот сорт, он бы занял бы еще больше площадей. Но, как говорится, не всегда возможно предугадать судьбу сорта. Вот. В данном случае это вспышка, которой мы сами, как говорится, надеялись, но не ожидали такую яркую и быструю. Если говорить о будущем, о
годе. Какие, может быть, новые имена мы увидим в топ-10? Или, может быть, какие-то имена в него не войдут, но стоит обратить на них внимание? Ну, значит, если говорить про многие направления селекции, но я бы хотел обратить внимание на наши сорта, такие как «Школа» и «Победа 75», которые уже повсеместно районированы, показали себя очень хорошо, они очень урожайные, очень адаптивные. И я думаю, за ними будущее. Также хочу обратить внимание, что Россия-то огромная. И поэтому есть места, где суровые условия перезимовки, мощнейшие морозы и зимы. Поэтому вот МИК и Агрофак 100 сорта с очень высокой морозостойкостью, которые можно смело сеять в Новосибирске, в Красноярске, и в Иркутске, и в Алтае, что сейчас и делается. Также хочу обратить внимание на сорта, такие как Федор, Классика, это крупноколосые, качественные сорта, Илиада, один из сортов очень высококачественных, который дает высокий белок и клейковину практически на уровне с качеством яровых мягких пшениц, которые значительно менее урожайные. Сейчас Илиада проходит испытания и в Республике Беларусь. Но также хочу обратить внимание, что у нас много культур, и не только мягкая пшеница. Вы должны знать, что и твердая пшеница есть, которая более дорогая на рынке. И у нас и озимые сорта, и яровые сорта сеются. Есть тритикали, которая также новая культура. Она является отличной кормовой и отличной производством для производства спирта. Ну и, в принципе, есть и хлебопекарные сорта. Поэтому мы на все вкусы производственникам создаем сорта. Поэтому не зацикливайтесь только на одной мягкой пшенице. У нас и культуры, и сорта для всех вкусов, и, как говорится, и пожеланий. И надеемся, что они вам понравятся.